что стало с внебрачным сыном Сталина. Находясь в 1911 году в Сольвычегодской ссылке, Иосиф Джугашвили жил в доме многодетной вдовы Марии Кузаковой. Вскоре после отъезда будущего вождя у нее родился еще один ребенок. Это был мальчик Костя, и отцом его якобы являлся именно Сталин. В череде интервью об этом в течение 80-х-90-х годов прошлого века рассказывал сам потенциальный отпрыск советского лидера. А так долго молчал он, будто из-за расписки о неразглашении этой информации, данной НКВД в 37-м. Отчество Константину дали по имени мужа матери, умершего за 2 года до его рождения. Сталин узнал о сыне, когда тот учился в школе, однако вида не подал. Более того, за всю жизнь они так и не познакомились лично. Кузаков преподавал диалектический материализм, был замминистра кинематографии и трудился на руководящих постах Мосфильма и радио. Помогал ли ему в этом Сталин, неизвестно.